Всем привет! Вы на канале Дети Звезд. Кто не знаком с мистером Бином? Исполнителя этой роли Роуэна Аткинсона не назовешь привлекательным, но при этом мужчина наделен безумной харизмой и обаянием. Его мимику просто невозможно скопировать, и именно этой особенностью он заработал свою популярность. Но речь сейчас пойдет не о нем, а о его дочери Лили. Известная поговорка «яблоко от яблони недалеко падает» не сработала в случае актера и его дочери. У довольно посредственного Роуэна родилась настоящая красавица. Возможно, дело в смешении кровей, ведь мать Лили, Сунетра Састри, имеет индийские корни. Сейчас девушке 24 года, и можно увидеть, что она больше похожа на Сунетру, чем на Роуэна. От матери ей достались карие-зеленые глаза и черты лица. Лили училась в престижной школе в центре Лондона и была разносторонним ребенком. Она с детства занимается конным спортом, вокалом и актерским мастерством. Благодаря своему отцу Лили с юности вращалась в звездных кругах. Свой дебют в кино девочка совершила в 9 лет и с тех пор успела сняться в нескольких фильмах. В копилке ее работ есть и пару совместных проектов со знаменитым отцом. Фильмы «Агент Джонни Инглиш», «Перезагрузка» и «Мистер Бин на отдыхе». К сожалению, сейчас Лили и ее отец не общаются. Разлад в их отношениях внес развод Роуэна и Сунетры. В 2015 году Аткинсон ушел из семьи ради актрисы Луис Форд, оставив Лили и ее брата. Новая пассия актера младше его на 30 лет. Девушка подарила Роуэну третьего ребенка. А вот Лили не простила ему предательство матери и оборвала с ним связь. Из ее социальных сетей пропала вся информация о знаменитом отце. Лили удалила напоминание об Аткинсоне не только из соцсетей, но и из документов. Девушка взяла фамилию матери Састри. Сегодня Лили Састри известна как певица, танцовщица и артистка аншлаговых шоу в стиле бурлеск. Она не только красива, но и талантлива. Лили сама строит свою карьеру, не пользуясь славой отца, и вызывает этим уважение. А как вам кажется, есть ли сходство между Лили и Роуэном? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!